Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня на английском сервере трешачок будет. Будем пробовать пройти битву гильдий соло. Вот такой вот фрей. Сборочка с бастом и утекание 8. Максималка, по сути, по утекахе. Можно, конечно, девятку рунами сделать, но смысла особо не вижу. Плюс бастион. Тут у меня стоит на архидемона пока временно ассасин, поэтому будем пробовать вот таким вот героем сегодня затащить. Топы, конечно, у нас сегодня не особо сильные, но все же можно посмотреть, сможет ли цеплин вытащить на фрея. В чем прикол? У нас получается смотритель будет активировать вражескую фрея. Фрея, в принципе, сейчас есть везде на любой расте, и, соответственно, моя фрея будет зависать, должна, по крайней мере, на вот таких вот голубях. Ну, как видите, она сейчас побежала немножко дальше. Я думаю, огнекрыл не должен передамажить утекаху. Сейчас посмотрим. Я все-таки не хватает от хила. Вот так вот. Печально, печально, конечно. Так, окей, запускаем сюда, этого сюда. Внизу кинем огнекрыла. Видели, да, как огнекрыла Бигфут и слился? Прикольно. Так, окей. Надо будет попробовать сейчас чуть-чуть подальше выпустить ее, если будет такая же расстановочка. Попытаться зависнуть именно на фрее. Так. Ну, тут вообще фрея нет. Да, расстановка без фрея, конечно, фрея проходится на ура. Но цеплин с девятым скиллом очень заметна разница с предыдущими битвами гильдии, где он был мелкий еще. Так, огнекрыл есть, есть фрей, отлично. Пробуем, посмотрим, какой у нас будет отхил. Станет 88 тысяч, в принципе, маловато. Хотя, если учитывать то, что это урон с руки, единственное, что надо стрелка ушатать. Вот такой вот вариант, в принципе. Очень-очень неплохой, что мы... Да, вот фрея на фрею засела, и вот таким образом можно себе свободно висеть. Единственное, нужно стрелка еще прибить. Все, отлично. Плохо, что у вражеской фреи нету подхила, но... Тут тоже опять что не поделаешь. 100%.
В принципе, для бездоната, если будет утикаха, вообще идеальный вариант. Просто взять утекание, поставить таланта и зависать. Так, что у нас осталась одна попытка. Попробуем найти расстановку. Так, тут вроде Авникрыл есть, но нету Фреи. Так, печально, печально все сегодня. Через Огнекрыла, конечно, я думаю, он все-таки, скорее всего, шатает Фрейю. Видите, у него быстрее получается. Не вариант. Такой вариант только получается зависать на растах, там, где есть Фрейя. Сейчас попробуем найти. Примерно такое. По сути, Фрейя не сольет никогда с утеканием. То есть такой вариант вытаскивать и просто потом зависать лучше всего. А Цеплин сделает свое дело. Ну, единственное, что надо иметь каху. Так, вариантов нет, даже если мы всех сольем. Вариант еще поставить на Фрейю хранителя леса. Так-то она сейчас их всех поодиночке повыносит, но останется один огнекрыл. Как-то так. В принципе, всех прошли 5400 почти. Один прошел, один слился. Ну, в принципе, ничего сложного в этой битве гильдии нет. Не знаю, вариант есть на следующую битву гильдии просто попробовать героев соживо сделать. 9-й. И протестировать их на атаке фортов. Как вариант. Либо с огненкой. Но тут и ни ракушки нету, ни огненки рунами. Саживе, скорее всего, надо будет сделать на китайке 9-й, чтобы два раза резались. А тут пока не знаю. Чисто оживу поставить рунами. Священный огонь. Как вариант. В общем, не знаю. Все, пишите комменты, кого вы хотите увидеть на битве гильдии. Но я не знаю, пока, честно говоря, нету особо сильных топов, чтобы можно было что-то интересное придумать.
Возможно, в следующий раз пойду максимально автопрокерами, чтобы сливали здания. В общем, пишите комменты, что вы хотите увидеть. Дальше будем тестировать. Всем удачи, всем пока.